уважаемые товарищи! В эфире Николаевск. Представляем вашему вниманию и приглашаем к просмотру телепередачи. Сейчас вы просмотрите общественное обсуждение по итогам выборов 2021, которое прошло в городском комитете КПРФ Николаевск-на-Амуре. С вами Аэлита Леонова. Приятного просмотра. Говорит Николаевск. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер, наши уважаемые зрители, друзья и гости канала. Добрый вечер, подписчики, земляки и соотечественники. Сегодня в студии открытое обсуждение на тему итоги выборов. И мы находимся в горкоме КПРФ города Николаевск-на-Амуре. И я сейчас представлю людей, которые будут участвовать в общественном обсуждении. Ну, для начала члены бюро КПРФ города Николаевск-на-Амуре. Анатолий Павлович Войцеховский. Валерий Петрович Писаревский. И у нас представитель ЛДПР Владимир Владимирович Чепинцев. Сегодня, значит, остается признать, да, что в информационном пространстве до сих пор бродит множество сомнений в том, что прошедшие выборы правомерны. И по сети интернет бродят ролики о вбросах избирательных бюллетеней на избирательных участках, что очень тревожит политически активную часть населения. И вот сейчас хотелось бы поговорить, пару слов буквально сказать об итогах выборов. Государственная Дума. Да, Государственная Дума. Анатолий Павлович, вам слово. Да. Здравствуйте, уважаемые неамурцы. Я хотел бы проинформировать об итогах выборов 17-19 сентября в Государственную Думу, выборы губернатором и выборы по мандатному округу. И хотел бы сказать, что эти выборы состоялись для наших городов, как Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, где итоги выборов подведенные были в пользу КПРФ. Что хотелось бы отметить, эти выборы были необычны. В чем они заключались? В том, что на эти выборы шел блок левых сил в едином составе. То есть партии все объединились, левый фронт, и шли единым фронтом. Под эгидой бюллетеня первого номера КПРФ. Значит, кроме того, на Дальнем Востоке мы выиграли эти выборы. В Якутии выиграли, в Хакасии. Но чем дальше мы продвигались на запад, тем случилось по мановению волшебной палочки, наши результаты стали почему-то резко понижаться, а результаты партии «Единая Россия» начали расти. Это вызывает естественно вопрос о недоверии к власти. В честности этих выборов. И хотелось бы сказать, что власть применила в этот раз новый хаос. Оно ввело электронное голосование в крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, где у нас мегаполисы, где проживает основная масса народа, в городах-миллионниках. И поэтому депутаты, баллотирующиеся от коммунистической партии и от блока левых сил, которые долго, в течение трех дней, шли первыми с большим отрывом, вдруг в одночасье при вбросе электронных данных стали проигрывать «Единой России». И практически все московские депутаты практически потеряли свое место в Государственной Думе. Кроме этого, проиграл и очень харизматичный лидер от КПРФ в Саратовской области, Николай Бондаренко, который проиграл 2,5 раза единороссов. Такого не может быть. При существующем порядке, при тех законах, которые были приняты прежней Государственной Думы, не может народ голосовать за эту партию. По той причине, что и не может быть такого большого отрыва. Из 450 депутатов Государственной Думы
320 мандатов отданы Единой России. 57 КПРФ. И остальные партии, остальное количество мелкое. То есть большинство депутатов, мандатов получила Единая Россия. Но и тем не менее по Дальнему Востоку, да? Но по Дальнему Востоку, да. По Дальнему Востоку мы выиграли выборы. Потому что у нас было голосование, как они называют, на руках. То есть не электронные образы. То есть у нас более-менее выборы состоялись. Хотя наши депутаты, которые баллотировались по одномандатному округу, как Переведенцев Петр Владимирович, не прошел. Но считаю, что первое место занято в борьбе при голосовании в наших дальневосточных городах состоялось. И хотелось бы поблагодарить наших избирателей за голос, отданный нам. Да, Дальний Восток краснеет, и это, в общем-то, остается фактом. Вот ребята комсомольские тоже сделали ролик, где, в общем-то, откровенно, значит, высказали свою позицию. И то, что, значит, показали краткую, значит, краткую ретроспективу, что год назад Паша Трутнев, первый секретарь комсомольского горкома, сказал, что Дальний Восток, Комсомольск будет красным. И так оно, в общем-то, и получилось. То есть коммунисты держат слово. Ну и вот хотелось бы вот еще в дальнейшем, да, вот как вообще, как вот вы считаете, вот давайте вот обратимся к Владимиру Владимировичу, как вы считаете, вот результаты выборов вообще справедливы или нет? Ну, я думаю, скорее всего, они потасованы. Может, в городе они самые побоялись что-то сделать, что-то там сбросы сделать в городе. То, что отдать должное, мы, когда избирали в комиссии, она сама ввели туда людей с ЛДПР, ответственных людей, и они все-таки в комиссии избирательных у нас они есть. Тяжелее, конечно, было вести людей в деревни, как-то Азерпах, Ремиф, в МАГа, Нижние Пронги, в Лазарев. В Лазарев там у нас тоже человек был. Вот за день, вот которые вот мелкие, вот деревня-то, вот когда были вот в Нижних Пронгах, видели, сколько там народу? Народу нет. И как бы и выходит, что Нижние Пронги проголосовало 100% за Единую Россию. Ну не может такого быть. Я просто не верю. МАГа, да, большое поселение, и тоже получается 100% МАГа за Единую Россию чуть не голосует. Вершинка, я с вершинками общался, там очень многие против России высказывались. Есть у них даже в наших выборах Николаевска, но самое нашего района. А вот наши выборы считают технически менее оснащенные, скажем так, да, у нас нет электронного голосования. И вот у нас они все-таки оказались более такими, у нас в городе они более плавные, а вот села, которые не обхватаны, это уже большая проблема будет. А села, вы допускаете, в селах была именно возможность сброса какого-то? Я могу сама сказать, уверенность, что да, там можно было сбросить. Неужели такое у нас есть в селах практикуется? Ну, это мнение. Это мое мнение, конечно, уже ошибочно это, но... Нет, ну понятно, что мнение, как бы, ну, я думал, что в селах, в общем-то, люди сельские, там такие, ну, все вот честные такие, все-таки нижнеамурцы. Или все-таки длинная рука Единой России привлекает везде. Кто живет в селах? В городе-то еще есть, молодежь, вот уже взрослые, да, люди уже, даже 50, 40, 30 лет. А в селах этого-то нет уже. Мне вот в чат написал товарищ Ефимович из Сокольска, что длинная рука Единой России проникает везде. Это не мои слова, кстати, это вот привет, Александр, тебе, если ты нас будешь видеть. Вот. Ну, вот, очень много роликов вроде по сети, да, вот таких своеобразных, там показывают вбросы, да, вот с этих вот камер слежения и прочее. Вот я вот, честно говоря, вот, ну, хотел бы вот так вот, ну вот об этом тоже маленько коснуться. Вот могут ли эти ролики являться, они же все из сомнительных источников, непроверенных, они могут ли являться вообще какой-то доказательной базой? Нет. Вот, допустим, у нас вот Валерий Петрович, представитель, да, в общем-то, он занимается техникой, ну, можно сказать, айтишник, да, вот как к айтишнику, если к вам обратиться, вот можно как бы вот этим роликам доверять, Валерий Петрович, как вы считаете? Могут ли они каким-то доказательством являться? Я прежде хотел тебе только еще
нашему району наша партия, которая набрала 2964 голоса. А ближайший соперник наш, Единая Россия, набрала всего лишь 1796 голосов. Почти в два раза перекрыли. По полтора. Да. Представляете? Ну что меня, в общем, что касается нашего города, здесь я могу точно сказать, что практически, потому что у нас наши члены нашей партии, члены комиссии были, поэтому бросов здесь быть не могло бы. Но что интересно, я обращаюсь к вам, давайте. Как так получилось, что вы за партию брали за коммунистов, а за по одномандатному округу 2000 голосов набрал Единорос и 1973 голоса прошел, значит, наш представитель набрал. То есть меньше. Товарищи, ну как же вы голосуете за партию, а за, значит, по одномандату вы голосуете за Единоросса, за господина Гладких. Ну как у вас хватило сознания, если вы читаете фамилия и есть какая партия. Ну как же вы голосовали за этого человека, который лично поднимал руку и голосовал, чтобы пенсионный возраст был 65 лет. Причем он же из Хабаровского края. И знает это прекрасное, это норма, это исследование, что в Хабаровском крае средняя продолжительность жизни мужского населения 63 года. И он, у него хватило совести поднимать руку за этот закон. А вы, товарищи, куда вы смотрели? Как же вы за него проголосовали? Вы что, хотите, чтобы ваши дети вообще до пенсии не доживали? Я не знаю вообще, да, уже что-нибудь еще больше доживут, понимаете? То есть сегодня я многие мои друзья, товарищи, на возраст, по-моему, 60 исполнилось, вроде, вот все на пенсию, нет, еще полтора года. Вроде еще, понимаете? Вот мне что больше всего, причем, понятно, это был не вброс, потому что, в самом деле, вот наши товарищи, когда мы закончили выборы, они вот, как так, вот мы смотрим, считаем, да? Победа партии и Гладких. Победа партии и Гладких. Вот это вот, мне кажется, как здесь, не то, что наши доработки, мы-то встречались коллективами, все везде ездили, все говорили. Это может просто невнимательность. Или может то, что буква Г стояла первая, Гладких, да? А первая стояла где-то четвертым или пятым. То есть невнимательно люди голосовали. Теперь, что касается доверие вопросам. Вы понимаете, что эти товарищи, я имею в виду Россия, которые партия власти сегодня, они не такие дураки. Они вот под эти кадры, вы знаете, это все фейки. Потому что там сделано намного все техничнее. Понимаете, как это выбрасывать там, смотрите, это просто это вот. Отвлечение внимания, да? Конечно. А как вам нравятся эти заявления, что не хотите вообще на выборы? Вот вы понимаете, вот в этот раз, ну не в этот раз вообще, в принципе, ну в этот раз как никогда. Во-первых, голосование трехдневное. Один раз. Во-вторых, помните, как было выборы, да? Музыка играет на участках, люди там все заранее, за месяц на всех этих ДДД, это ваше право, товарищи, все, давайте на выборы. В этот раз будет тишина. И даже где бросы, что будет присутствовать налоговая инспекция, будут присутствовать гаишники, которые будут отлавливать по документам те, кто должники, штрафовать там на месте, например. Понимаете, это же, ну почему, это был вброс, да? А почему партия власти, которая это делает, это было заранее, это можно было заранее все это отследить, все это выбрасывать, поучищать. Тут народ хотели запугать. Понимаете? Самое не пошли на удара. Потому что да. Если мнение большинство вот, проголосовало 42%, 45%, да, скажем так, у нас. Сейчас, конечно, процент подрос голосование, но где эти самые 50%, которые не голосовали? Вот с ними самое разговариваешь, а чего они эти не голосовали? А там уже все, они решили за нас, там это у нас это самое, да, межпоместно. Мы вот теряем, ну даже не 50%, даже возьмем половину, на 25%, которые понимают головой, что ну, самое мозгами, головой, душой понимают, что надо что-то делать, но у них сидит одна мысль, потому что из-за этих фейков, как ты, Роман, говоришь, что
за нас все уже решили, за нас все сбросили. И дело не говорит, что у нас все решили, я так не говорил. Нет, это мнение народа, такое вот. Так ему так и втуливали, что не ходите, не надо, это все ничего не решит, все, это все у нас. Вот смотрите, вот есть, одну минуточку, пожалуйста. Вот у нас, значит, есть николаевский чат в WhatsApp, называется «Николаев для своих». Будет ссылочка под видео. И, значит, в чат, значит, у нас вошел представитель из организации, которая, ну, как бы именуется вкратце, да, СССР 2.0. Это представители, как бы, Советский Союз, там прочее, да, значит, мы, значит, ввели в чат представителя. Вот, она, значит, представилась, и представилась, значит, председатель Народного Совета граждан СССР, СФСР по рождению. И вот она, значит, говорит, что к нам приехал политолог Саша Поляков, он соратник Негреба, сегодня у нас собрание, может кто-то совместно провести, а может что-то нам совместно провести на нейтральной территории. И, значит, я их пригласил как ведущий, на правах ведущего, и сказал, что у вас, как бы, есть два места, пожалуйста. И все, молчание. Они не согласились сюда к нам поприсутствовать. Вот вопрос, почему. И я, как бы, вот это именно та группа лиц, которая именно говорит не ходить на выборы, не голосовать. Вот именно вот людей вот так вот баламутят. Вот. Но когда заходит речь вот именно в студии встретиться и с открытым забралом все вопросы обсудить, вот тут начинается сбой. Система дает. Они не готовы говорить. Вот. Это вот, ну, это маленечко вот именно. Хотелось вот на эту тему чуть-чуть сказать. Кстати, пользуясь случаем, вот это слово СССР, ведь мы сегодня тоже его используем. Но оно расшифровывается не как там Союз Советских Республик, а как сильная, справедливая, социалистическая Россия. Вот наш лозунг, под этим лозунгом мы и шли на эти выборы. Ну, а у них, наверное, Союз Сионских Социальных Разрушителей. Может быть, да, может это звучит. Я не знаю. Это предложено Рыбниковым формулировкой. А мы за сильную социалистическую справедливую Россию. А мне кажется, они самые играют самые теми чувствами, которые еще не остались. То есть, в школе выросли при СССР, и сейчас мы уже сами взрослые люди. И вот на этих чувствах они просто играют. Там у нас СССР, вот Алексей Сталин, вот там то-то, это. Они просто, ну, чтобы набрать голосов или что там, или в Ютубе в том же вот, самое, побольше подписчиков было. Так. Вот это же самое играет с буквами. Так. Но вот для нашего поколения, да и Саши, ну, с это вообще святое. Как говорит мой товарищ хороший Мстислав Айхарин, значит, они эксплуатируют наш поистине вообще бесценный ресурс, они эксплуатируют нашу совесть. Вот что они делают. И хотелось бы еще сказать, что почему в Дальневосточном федеральном округе очень много городов выиграли выборы КПРФ. Это результат отношения нашего правительства и административного ресурса по отношению к дальневосточникам. То есть дальневосточники видят, что ничего на Дальнем Востоке не происходит. Промышленность разрушается, пенсионная реформа увеличивает пенсионный возраст. Одвозные законы, которые были приняты Государственной Думой прошлогодней, говорят о том, что эта партия уже изжила себя. И как может человек голосовать за то, чтобы ему стало хуже? Я не могу понять вот это. Нет, если брать на этот случай, они в те выборы, когда губернатора избивали, он показали уже свое я. Просто дальносочки, что мы не хотим быть рядом с Единой Россией. Но тем не менее, результаты говорят о том, что 54%, от чего они взялись. А фактором остается то, что единороссы сохранили свои места, и преобладание будет в Думе больше половины. Но у них еще самое, не забывайте, что у них все административный рычаг хороший. Вот естественно. Который прям давит этот самый рычаг, и все это самое брать. И директора, и заведующие, и все это командиры их. Вооруженные силы. Вооруженные силы. Росгвардия. Все это. Нет, административно на людей это самое еще подавлено. Это очень хорошо так. Люди еще пишут. А в чат тоже пишут. Вот, ну, вкратце, если так вот, что получается, что если мы усомнимся, да, в правомерности вот, проведенного голосования, то, что оно на самом деле справедливо, да, проведено, значит, автоматически поднимается вопрос о недоверии действующей власти. Вот люди пишут, и это вот не первое уже.
правильный вопрос поставлен. Юридическая служба КПРФ собрала огромные материалы, видеоматериалы, в которых, через которые подаются в суд сейчас, судебный орган. Это нарушение, значит, права выборов карается статьей до 6 лет, там, по-моему, статья идет. Значит, а вбросы, карусели, вот эти все, потом надомное голосование, которое абсолютно было неправомерно в ситуации. Когда надомное голосование, больше половины избирателей на дому голосовали. Это что такое? Ну, вбросы тоже как-то, да, получается, одной рукой где-то вбросы сделаны, где-то там, под столом. А явно показывается, что вот эти ролики фейковые, да, и получается, что если вот таким образом это сделано, то вопросом мы никак не можем вообще осветить. В Майкопе женщина бросила 50 бюллетеней, и там обвинили выборы. Да? Обвинили были на этом участке выборы. Несколько участков, да, в самом деле. Там это были единичные. Были видеофиксации. Ну, это как дальше, как косточка на самом деле. Да, да, да. Вот мы быстренько раз кидаемся все сюда, а здесь мы сделали под шуму что-то еще. Ну, сколько она сказала? 20 тысяч, да, нарушений? По всей стране нашла? Нет, по всей стране был подсчитан математиком, такой фамилию, по-моему, у него Орешкин, по математику, что результаты выборов, значит, 14-15 миллионов было вбросов с помощью электронного голосования и ручного. Подсчитано уже. Вот в самом деле, где мы смотрели нормально, выиграли, да? Где видно? Так, я участки не прикрыты, и все-таки был момент какой-то. Нет, ну вот, допустим, вот это самое, не даст соврать, вот допустим, представитель ДПР, да, вот тут Владимир Владимирович, у вас же все участки прикрыты будут. Ну, у нас большинство прикрыты. Я вот ни минуты не допускаю, что вы тут могли что-то сами вбрасывать. Ну нет, конечно, мы не знаем. У нас даже в дикий список. Ну, как говорил Бондаренко Николай, вот, допустим, сидят два наблюдателя на одном участке. Так. Берут урну, едут, там сколько, говорит, у вас на дому надо это самое провести выборы? 5 человек. Он отпускает одного, дальше вот уезжает с этим, с этой урной, они берут вторую. А сколько, говорит, у вас будет надомное голосование в другие районы? 200 человек. А что ж мы хотели в 200? Так он уже уехал. Вот так он и говорит. Нормально. Вот у нас сейчас так вот, да, получается, выборы прошли. Остаются вопросы, которые нерешенные. И самый вот главный вопрос вот в Николаевске на Амуре, сейчас вот я считаю, это как бы это наша пищевая база, наши биоресурсы, которые в 2017 году, по которым был, в 2017 году по ним был произведен прямо такой смертельный удар. То есть стадо было прям вообще целиком и полностью выбито. Вы помните эту картину, я лично этим занимался. Принимал участие в государственной комиссии, и я видел, что творится, я видел, как работала эта комиссия, я видел, как это все происходило, вот как-то, ну, постановочно, что ли. Вот. Есть даже, наоборот, как бы все силы прилагал на тот момент, чтобы народных волнений избежать, чтобы не было вот этих вот... Это же была попытка поджога очередная, оранжевая революция, чтобы Дальний Восток полыхнул, а люди-то у нас перемен, если пойдут, это будет очень жестко. Приезжал тут Леша, вот этот вот, который сейчас находится в каком-то там Петушинском районе. Вот. Приезжал, тоже он поднял молодежь. Я не знаю, куда смотрели правоохранительные органы. Тоже там тоже работали мы, делали антиролики. Но это неправильно было бы, если вот на этой волне, вместо того, чтобы сделать что-то для людей, для народа, этот народ поднять куда-то просто, ну, в беспорядке, это глупости. Ну вот, как бы вопрос остается, и сейчас всем известно, что красная рыба, да, горбуша, кита, осенка имеет 4-летний цикл воспроизводственный. И вот сейчас, 2021 год, 4-й год, рыбы нет, горбуши летней не было. Ну, правда, осенка вот ломанулась, но ее быстро все тоже хлоп, ее схватили, все, не знаю, в речке вошла, она не вошла. Вот что вот сейчас с этим вопросом вот нам сейчас вот делать? Давайте возьмем исток, почему у нас пропала рыба. Прямо самый изначальный вопрос. И вспомните, когда у нас, когда мы все были молодые, как мы рыбачили? Все рыбачили на море, вся семья запасала себе, кто там, то 20-20 штучек поймает. Да, это было нелегально, не было лицензии, кто поймает 40. Но семья, вот семьи ловили не больше рыбы-то, кто уходили снова все работать на завод туда строительный, в ПСО, кто вот летчики летали были сама. Но день-два народ отрыбачился и рыба уходила. К
Горбуша шла, рыбу не ловили. Осеннего и летнего шла, так только подлавливали. Сам пошел беспредел в тот момент, когда стало, не было зарплат, когда забрали оборотные средства у предприятий, и народ начал голодать. И тут появилась ниша сдавать красную икру. С этого момента начали вышивать рыбу. Стали плавать, увольняться, все полезли на речки, что у меня покойный тесть охотник. И когда он зашел на иску, мне рассказывал, я хотел добраться до земли, и в болотниках ушел по пояс, и там все было рыба, еще лежал под ногами, так, поротая, причем, да сколько нужно было речек залубить, и до да, иску, и так далее, мечтая патхи, личи, и все, и верхови, все сели на красную икру. И что мы сейчас хотим в 21 году? Сколько лет прошло уже? 25 лет, около 30 лет прошло с того момента, когда начали там, все разваливаться. Люди сели на красную икру, и сели они плотно. Да, сейчас гоняют, запрещают ловить белую, самую, черную икру, красную икру. Но самое простое это запретить, да, и посадить в тюрьму, там, разгонять, переселять, там, самое. Но эти промышленники, которые сейчас у нас ловят, ловят, перегораживает Амур, это просто непостижимо. Это колхоз Ленинец и бел всем синеров и Иннокентьевки. Всем ходили в море рыбачить. В море. Никогда не было вот такого беспредела, что заездков. Прям вот самое, от Амурчика и до самого лимана там. Ебай только самое и Чкалов все перегорожили. Не было никогда такого. Стоял один заездом, мне кажется, самый на пуэре и пониже. Так, одну минутку. У нас звонок в студии. Звонит нам, значит, Павел Валерьевич Трутнев, первый секретарь комсомольской горкома КПРФ города Комсомольск-на-Амуре. Сейчас мы на громкую включим связь. Так, мы на громкой. Павел, я уже представил вас. Добрый день. Вечер. Да, алло, Паша. Да. Слышно хорошо. Павел, слышно? Всем здравствуйте, приветствую вас, Комсомольск на Амуре, весь Нижний Амур. Павел, тоже приветствуем Комсомольск. Рад участвовать в вашей своеобразной конференции. У нас общественное обсуждение, мы назвали. Общественное обсуждение выборов, как я понимаю. Да, ну, по итогам выборов, и сейчас мы уже коснулись вопроса вот именно по... В общем-то, выборы прошли, и мы вернулись к насущному. Вопросы остались. И вопрос сейчас о том, значит, об основном, ну, о главном, вопрос о еде, о биоресурсах, которые в 2017 году были очень сильно подорваны, практически 100%. И вот мы слышали, что вы сейчас после вот вашего такого ролика пробивного, да, по итогам выборов, который у вас пошел вообще на ура по всей России, вы хотите сейчас поднять именно этот вопрос. Вот я думаю с вами, да, тоже сейчас можно об этом. Дело в том, что у нас здесь просто все люди в шоке. У нас села именно день рыбалки питает весь год, как они говорят. А сейчас они просто в шоке, все возвращаются с Амура, рыбы нету вообще. Они набрали кредитов под рыбалку, они брали отпуска, они все сейчас в шоке стоят на берегу, а рыбы-то нету, нету ее. Что там происходит на Нижнем Амуре? На Нижнем Амуре? Недавно прошли выборы, что у нас происходит? Ну вот так вот ответим. Нижний Амур, каналы перегорожены. Главное, теперь жители ждут от
процентов. Так у нас тоже нет рыбы. Это результат промышленного вылова рыбы. Вот и все. Его промышленным способом ловят на Нижнем море. Заповедная река. Она раньше была заповедником, а сейчас начали промышленный лов. Вот и результат этого лова. Уже столько лет уже ловит. 20 с лишним лет ставит эти заездки. А ничего, раньше было каналы были открыты. А сейчас получается каналы в шахтном порядке закрыты. Пароход начинает между заездками идти. Они же все каналы, Южный, Восточный, Сахалинский, Невиской, все они перегородили заездками. И заездки, получается, от берега и до канала. Мало чего, тут заездки туда стоят, а на байдуке прям сомняки стоят, не пускают. А еще мало кто поднимал вопрос, об этом вообще обычно не говорят, умалчивают. Напротив каждого заездка обычно стоят 2-3 диких бригады. И то, что не берет заездок, эти бригады подбирают и сдают на этот же заездок. Вот есть такая еще информация. Есть видео определенное. Я его просто не выбрасывал в 2017 году. Но сейчас я считаю, что люди имеют право об этом знать. Нет, в 2017 году был решен лов сетями. И было у них стали заездки, и приходили катера. И даже с Комсомольска катера приезжали сюда, их тут ловили и деньги зарабатывали. А сети получается по 500 метров в длину и 20 метров глубиной. Они все вычерпывали. Так, давайте Павла послушаем. Павел, а у вас есть что-то, какое-то конкретное предложение? Как вот? Конечно, объединимся. Можно сделать то, что я предлагал. Видеозвонок, там, аудио пока, потому что все-таки мы же не наездимся друг к другу. Ну да, конечно. Понятно, и там нужно еще выбрать решение. А решение нужно только одно. Запретить вообще лов в Амуре. И до сколько лет? На 4 периода. Это не решит вопроса, потому что будут ловить прямо на поступах к Амуру. Будут в густях вылавливать. Вот, запретить в густях. Они уже за 25 лет столько денег себе нахапали. Они уже должны пойти в Комсомольск-на-Амуре, судостроительный завод и заказать себе пароходы. У них денег хватает вполне, чтобы заказать себе сеньор траулер, который строил Николаевский судостроительный завод, проект 420-й, и выйти в море рыбачить. Так, ну давайте Пашу послушаем, так что-то выключился. Сейчас еще раз перезвоним, что-то со связью. Правильно, дело в том, что, смотрите, вот вы говорите, да? Вот мы помним еще конец 90-х, да? На Амуре, вот у нас в Николаевском районе, были рыбколхозы. В них жили люди, да? Да. Они зарабатывали. Да, у них был основной заработок, это рыбалка. Конечно, там еще лес, там все. Но хватало всем. Сейчас. И жителям хватало. Договорим. А сейчас, правильно, помните, последние 8 лет, эти 4, громадничая, не только там с Комсомольска, со всей России, возьми, здесь стоят. И охраняют их. У них собственный вертолет, американский вертолет. Представляете? Какие надо? Им до лампочки, что у нас будет останется здесь. Это вот это, что лес, что рыба, что золото. Они в Анапу уедут, да? Все. А закон приняли такой, ребята, опять же, единороссы, что, товарищи, вот, значит, налогооблагаемая база, значит, сейчас уходит, то, что они там зарабатывают на золоте, на рыбе, там, на лесе. Центр. Все уходит, налоги все уходят в центр. Мало того, что они здесь грабятся, они начнут ничего. То есть, мне кажется, такая целенаправленная политика ведется, что нужно отсюда народ выгнать, убрать. Для чего? Представьте, у нас на всем территории федерального округа Дальневосточного предел 6-7 миллионов человек. Ребята, под Хабаровском, это напротив
столица их, 125 миллионов человек жителей. От Урала, от Камчатки до Урала всего 20 миллионов человек живет. Ребята, территория громаднейшая, вместо того, чтобы все дело развивать, все вкладывать, все, чтобы, все для жителей, наоборот, все хуже и хуже. Да, декларируются прекрасные, президент говорит, прекрасные слова. Но где они? Слова и все. Города, миллионники, товарищ Шойгу там задумал. Объединить Артем с Владивостоком. А это интересное решение, да. Это будет такая агломерация, Артем. Товарищ, это абсолютно от непонимания, незнания, что, как мы здесь живем, никого это не волнует. Приехали, уехали, дали долгосрочный форум, да, все хорошо, все красиво. И все. И уехали. А мы остались здесь. Не рыбы. Скажи, пожалуйста, а кто будет развивать промышленность? Вот, скажем, тоже с судостроителями. У нас им даже в голову не приходит москвичам приехать сюда и построить, например, вот на нашем старом заводе, вот новый завод судостроительный. Им даже в голову не приходит. Алло, алло. Им уже вычерпать остатки золота, рыбы и все. Сейчас. Да, плохая получается. Да, да. Связь плохая. Это я уже перезвонил с Билайна, чтобы мы договорили. Как бы есть такое мнение, что необходим проект нормативного акта, который будет каким-то образом ограничивать и контролировать вылов. Не ограничивать, а вообще запретить его. Полный запрет он как бы. Ну, только оставить. В общем, необходим. На арсеналом кто живет. Необходим проект нормативного акта. Для жителей оставить. Для арсенала все. Это у них промышленный лоб. Для коренных жителей Нижнего Амура оставить. Квоту. Так, ну у вас работа там ведется. Давайте послушаем просто, потом уже договорим вот о наш сегодняшний. Потому что наболел на душе. Так, товарищи, да. Давайте мы будем на связи. Дело в том, что я на днях встречаюсь с трехиологом ученым, который поможет нам составить этот нормативный акт с экологической точки зрения. Отлично. Катастрофа экологическая. Отлично, отлично, Павел. Все хорошо. Ну, все. Вам хорошего. Дает привет ваш земляк. Города Николаев на Амуре, Александр Сергеевич Панитов. Ага, молодец. Здорово. Ясно, Павел. Ну все, мы вас поздравляем тоже, что комсомольц стал красным. Красным. Да. Я об этом... Вас тоже с победой. Да, спасибо. Работаем дальше, Павел. Всего доброго. Получается какой-то парадокс. Символ Единой России – медведь. Медведю на речках или что, не дают, нету рыбы. Не просто медведь, и он, синий медведь. И медведь, синий. Символ Единой России, выходит в города, чтобы питаться на помойках. Вот так вот. Есть такое мнение, что хотели изначально сделать партию не Единая Россия, а Едимая Россия. Это тут мне тоже товарищ написал один. Ну это, конечно, шутка, но это, в каждой шутке есть доля правды. Единая Россия. Ну давайте как бы резюмировать, да, немного будем. Давай, выводы. Ну, да, ну вот, если по рыбе, то нам нужно, конечно, написать или собраться, или что-то, нужно письмо коллективу написать на губернатора, чтобы или даже туда дальше в Москву в Госдуму, чтобы под мои вопросы вообще запрет на Амуре. Только коренным жителям и родился. Ну, для жителей. Для жителей, кто живет? Да, кто живет на море, то там удать квоты небольшие. А всех промышленников, всех выгнать в море рыбачить. За ней море перегородят. Ладно, море. Пусть по корабли строят. Перегородят море, да. И пошли не рыбачить. Был в 17 году такой сюжет, что значит, брали интервью тоже у рыбака одного, и он говорит, рыбы в Амуре нет, да ее, говорит, во всем море нет. Так было смешно, я сделал ролик и там говорю, то, что в море нет, они скажут, и в океане нет. Шутников, да. А говорит директор стадиона, ну, да? Давайте заканчивать. Да, давайте заканчивать, шутки шутками. Но тут, значит, хотелось бы, да, сказать, что, ну вот, тоже резюмировать, что, ну, интересно, конечно, получилось. Значит, голосовали за КПРФ, а победила Единая Россия. Вопрос, значит, остается, в общем-то, недоверие такого. Ну, как бы он не то, что об этом говорит, а как бы он просто есть, получается, фактически. Но
это как бы не повод того, чтобы, да, там какие-то беспорядки там устраивать, прочее, идти вразрез там с теми же органами местного самоуправления, как-никак они тоже выборные, в общем-то, да, по крайней мере, те же депутаты. Но они сейчас у власти. Они у власти, ну, в общем-то, давайте вырабатывать стратегию единую, с ними работать, в общем-то, раз они, в общем-то, ну, они же на местах, они же работают, что-то все равно делают. В конце концов. И вот здесь встает вопрос, что... Но они делают, опять же, какие их возможности. Деньги-то все ушли. Если бы хотя бы 50% от золота, от леса, 30, от рыбы. Хотя бы 30. А я хочу 50. Хотя бы 30. Половина вам, половина нам. Хотя бы нам половину оставь. Хотя бы 30, и у нас бы район задышал, был свободно уже. Сейчас да. В интернете готовится, уже лежит закон, на утверждение Государственной Думы об органах самоуправления в регионе. Он уже лежит давно, этот закон. Его не могут принять никак. Нам вернуть бы в Николаевский район всего два предприятия. Это Многовершины и Белогор. Чтобы налоги здесь оставались. Да, чтобы их зарегистрировать. И Полянка. И все. И Полянка. А Полянка она самая. В Николаевском районе зарегистрирована. Почему мы живем и за счет Полянки подпитываемся? Так это основная получается база. База, да. Бюджетная, да. Это здорово. Это не здорово, она маленькая, у нее объем маленький. Вот. А как вам такой перекос, ребята? В Москве за 50 тысяч никто не хочет работать. Читайте. Там меньше 100 тысяч нос обродят. Работать хотят. А мы здесь с вами живем. Если зарплата 30 тысяч считается, то это круто. Это хорошо, да. Это хорошо. 50. Но что интересно, у них киловатт-час, и у нас, ребята, 10 рублей, какой подъем, 10 рублей киловатт-час. Нам сейчас обещают, что с 1 января как бы будет скидка. Это предприятие 10 рублей. Да, я имею для бизнеса, для предприятий, для бизнесмена. Но 10 рублей киловатт, какой, что я могу, о каком может быть эти речь? Возражение производства. Товарищ Дегтярев обещал, что будет приведено единым тарифом будем надеяться, в ближайшее время. Будем надеяться. А вот другое, да, они снизят тарифы, да, самое, без бизнеса там поднимался. Но самое интересное, цены будут нет падать или нет? Цены падать не будут, уже обещают повышение на хлеб в два раза. Вот. Потом, значит, потому что мука будет дорогая. Потому что у нас, ну, самое, мы пшено продаем за границу, хорошее, а себе покупаем, ну, самое, за границей. На шоколад. Так, и что интересно, ребята, что интересно для всех, кто посетит, смотрите, вот по нашим ящикам, да, смотрите, у нас все хорошо, там все развивается, все, а вот у них там полки пустые, газ там, значит, растет цена там на газ, там, на фигня. Помидоры давят, яблоки давят, там все. Как у них там сейчас будут полки пустые, им будет сейчас есть нечего, там, на самое. А у нас все окей, да? Все прекрасно. Хлеб в два раза подорожает, электроэнергия подорожала. Биоматериал в два раза подорожал уже. Не только единственное. Металл в два раза подорожал. На 50% еще раз самое, это точно подорожали самые струи, инструменты, все это мелкие, все это от 30 до 50% уже потому подорожало. Потому что их нет, потому что их уже все меньше и меньше. Их не почти не производят практически. То есть нам говорят, что с 1 июля подняли в связи с инфляцией. Но если раньше вот просто посчитать, да, у меня с НДС вот ходило где-то 8-7-8 рублей киловатт, то сейчас 10. Но здесь не 6% увеличения, понимаете? Якобы на рост инфляции, да? Согласитесь? Вот элементарно считать. Поэтому вот, я не знаю, как это. Так, фонарь стоила 1000 рублей, самая, а сейчас самая стоит 2150, почти 2200. На 6%. Где-то 6% инфляции. В Биробиджане куб леса стоил 7 тысяч по прошлому году, у нас стоил 10 тысяч, ну, пиломатериал. Да, заканчиваем. Значит, проблем много, вопросов много, и самое главное, то, что у нас, почему вот так вот все, думаю, идет, это все вот так продолжается, хуже и хуже, как-то непонятно, вроде бы на фоне общего развития заводы как бы строятся там в России. Там, какие? Все-таки какие заводы? Каждый год сдается 180, запускается 180 предприятий. Но это отдельная тема. Это отдельная тема, сейчас скажу. И здесь вот по местечковым у нас, вот, ну, допустим, вот наши северные районы, у нас на самом деле как бы гайки все туже затягиваются.
И это все делается с молчаливого попустительства основного населения. И встает очень остро кадровый вопрос. И хотелось бы, вот, чтобы люди, молодые люди, чтобы они как бы принимали участие в политической жизни, потом вообще нашего города, Нижнего Амура. Потому что если мы не занимаемся политикой, то политика займется нами. И тут уже потерпевших не будет. Будем искать выживших, скорее всего. Вот хотелось бы, чтобы, может быть, Валерий Петрович скажет вот какое-то слово, чтобы, вот, может быть, молодые услышат. Все-таки Валерий Петрович тренер по карате, и все-таки он, в общем-то, я думаю, найдет слова. Может быть, люди услышат и начнут приходить к нам в КПРФ. Ну да, но молодежь, конечно, молодежь у нас вот, отдельное звено на молодежной роли. Привлекать молодежь. Мне касается просто вам, товарищ, вот, кому оно сейчас есть. Вступайте в наши ряды. Давайте вместе. Что-то сделаем. Да. Сегодня у нас наконец-таки, на самом деле, мы видим, что народ уже дотерпелся. Что нужно что-то делать. Делать можно только сообща. Но я не призываю, да, нужно с властью менять власть и остальное, что-то, Единую Россию. Но мы призываем это не к бунту, потому что это будет страшное дело, а к тому, чтобы мы это все нужно взять нормальным, цивилизованным путем. То есть сначала у нас выборы, взять власть на местах, и выше, выше, выше. И мне кажется, я все-таки оптимист, мне кажется, все-таки у нас есть все, все предпосылки, чтобы делать жизнь лучше. И чтобы в нашем городе были представлены левые силы в управлении нашим городом. У нас очень мало чиновников, которые, значит, находятся в управлении города. Это были больше. И даже можно не спать в партию, ни, ну, самое, ни КПРФ, ни ЛДПР, ни Справедливой России. Главное, чтобы подошли сюда люди, которые сочувствуют, которые хотят что-то сделать для города, перевернуть самую эту жизнь. Самое надо, когда сделать что-то, а не сидеть просто на кухне или в зале, или где-то там самым по углам и обсуждать. Уважаемые друзья, гости канала, очень рады, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал Роман Зайцев «Живу на ДВ». Здесь будет представлено общественное обсуждение, будут представлены разные интересные новости. В дальнейшем с этого канала начнется, уже началось, можно сказать, телевидение «Николаевск-на-Амуре. Новый виток». Поставьте напоминание, потратьте одну секунду времени, подпишитесь и до скорых встреч!